Более 67 тысяч просмотров и более 1000 лайков в группе телеканала «Тюменское время» во ВКонтакте набрал фильм «История спасения». В нем рассказывают о том, как врачи из разных медицинских учреждений объединились, чтобы спасти жизнь многодетной матери. В комментариях пользователей сети благодарят медиков и отмечают мастерство авторов фильма. В течение минуты случилась остановка, то есть она сначала была гипоксия, потом была остановка. В голове была одна мысль: нужно делать реанимацию. Когда мы реанимируем беременную женщину, мы всегда думаем о двух людях. Это о женщине и о ее ребенке. Прооперировать пациента на обычном родовом столе без подготовки, сказать, налейте на живот антисептик, без обработки дайте скальпель в руки, это, естественно, надо отключить все какие-то эмоции и понять, что ты делаешь, ну, это все во благо.